Во Владивостоке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии присоединились к всероссийской акции «Бессмертный автополк». Росгвардейцы разместили фото с изображением родственников фронтовиков на стеклах патрульных автомобилей, после чего стражи порядка направились на маршруты. В предпраздничные дни, как и в День Победы, росгвардейцы будут находиться на службе. Участие в акции «Бессмертный автополк» позволит стражам порядка без отрыва от работы рассказать о своих героических предках. Акция с участием приморских росгвардейцев продлится до 10 мая. Сотрудники Росгвардии присоединяются к всероссийской патриотической акции «Бессмертный автополк». Сотрудники вневедомственной охраны в течение недели будут заступать на маршруты патрулирования с фотографиями героев Великой Отечественной войны.